Всем привет! Технологии умного дома уже больше 2 лет активно развиваются множеством компаний. Сейчас есть несколько лидеров, которые уже добились конкретных результатов и выпустили готовые устройства в продажу. Одним из них является китайская компания Xiaomi. Она предлагает умные решения по приемлемым ценам. Сегодня расскажу об устройстве начального уровня. Предлагаю вашему вниманию умную лампу E-Light LED. Для начала нужно вкрутить лампочку в цоколь. Он тут стандартный, E27. Включаем свет. Лампа загорается, и у нее активируется Wi-Fi модуль. После этого необходимо установить фирменное приложение Mi Home. В просторах сети можно найти частично русифицированную версию, что я и сделал. В приложении можно просматривать все подключенные устройства. В настройках лампочки можно изменять яркость, включать или выключать лампу и выбирать подходящие режимы. Например, можно выбрать режим для комфортного чтения или активировать ночник. Цветовая температура лампочки 4000 кельвинов, цвет уходит в белый. Также лампочка имеет приятный дизайн и качественную сборку. Купить E-Light LED можно в магазине нашего партнера GearBest по цене 1000 рублей. Я думаю, что время умных домов пришло, и компания Xiaomi является одним из лидеров в данном направлении. Поэтому если вы давно хотели прибавить мозгов вашему дому, сейчас самое время.